стало хорошей традицией проведения традиционного международного турнира в центре спорта, манеже Центра спорта и образования Чертаново. В седьмой раз проводится турнир «Кубок Колыванова». Разрешите представить участников нашего турнира. Команда «Динамо Минск», Беларусь. Команда «Арубин», Казань. Команда «Зенит», Санкт-Петербург. Команда ЦСКА, Москва. Команда Строгино, Москва. И хозяева турнира — команды Чертаново, Москва. На нашем турнире присутствуют почетные гости. Разрешите мне их представить. Президент Российского футбольного союза Николай Александрович Толстых. Генеральный директор Московской федерации футбола, начальник отдела футбола Москомспорта Александр Анатольевич Старцев. Генеральный менеджер футбольной школы Чертаново Дмитрий Леонидович Поляскин. Внимание, слово для приветствия предоставляется президенту Российского футбольного союза. Добрый день. Мне очень приятно от лица Российского футбольного союза приветствует в этом гостеприимном зале в Центре образования и спорта Чертаново организаторов, участников и гостей турнира. Чертаново продолжает заложенную много лет назад традицию, проводя новогодние дни очень нужный для российского футбола турнир. Турнир замечательного футболиста, тренера Игоря Колыванова. Именно здесь Чертаново Игорь Колыванов начинал свой спортивный путь, играл во многих известных футбольных клубах в нашей стране, за рубежом, в национальной сборной команде. И тем самым показал пример молодым юным футболистам, что через большой труд спортсмена, квалифицированную работу тренера можно добиваться больших спортивных результатов и радовать поклонников футбола замечательной игрой. Я искренне хочу поблагодарить Центр образования и спорта Чертаново, его руководителей, всех, кто в нем работает, за очень полезную работу, которую они проводят по подготовке юных футболистов для наших российских футбольных клубов и наших национальных сборных команд. Касательно этого турнира, я абсолютно убежден, что среди футболистов, находящихся сейчас на футбольном поле в качестве участников, очень много талантливых футболистов, которые при ответственном отношении к своему труду, своему таланту, без сомнения, в скором времени пополнят ряды наших футбольных клубов и национальных сборных команд. Российский футбол очень нуждается в пополнении талантливыми российскими молодыми футболистами. Я обращаюсь к юным футболистам, еще раз хочу просить вас о том, что быть трудолюбивыми, быть ответственными, быть очень серьезными по отношению к своему выбранному вами футбольному пути. Я искренне желаю всем участникам турнира, всем командам, которые приехали сюда гостеприимно в Москву и принимают участие в турнире Игоря Колыванова, успехов. Без сомнения, будут победители и призеры турнира, будут новые друзья, которых вы приобретете здесь в период соревнований. Я хотел бы пожелать вам всем искренних успехов и еще раз спросить вас о том, что, посвятив себя футболу, нужно относиться к нему профессионально, ответственно,
и очень серьезно относиться к пожеланиям тренеров и своих родителей. Всем желаю успехов и поздравляю вас с Новым годом. У меня слово предоставляется генеральному директору Московской Федерации футбола. Добрый день всем. От лица Московской Федерации футбола хочу поприветствовать в Москве, как Николай Александрович сказал, гостеприимных наших гостей. Это Рубин, Динамо Минск и Зенит. Ну, Рубин уже как бы давно он к нам приезжает и в зимнем первенстве участвует с зачетными возрастами, ждем и всех остальных. Пожелать всем удачи в футболе, зрелищно показать зрелищную игру, искать счастье чужих ворот, только забивая голы, можно выиграть. Поэтому побольше голов, болельщиков поддержит свои команды. С Новым годом, спасибо за внимание. Внимание! Звучит гимн России! Yeah.
красную чертанице. 2-0. Кисляк бьет красную. С разворотом. Сам! Бьет он извлекает!
Thank you.
Нет, в другом.
Каламов Михаил, капитан команды, номер 10 Бородин Дмитрий, номер 13 Ефимов Данил, номер 8 Сахаров Егор, номер 22 Ронжингев Иван, номер 16 Березов Савелий, номер 6, номер 8 Морозов Илья, номер 10 Колышев Алексей, номер 14 Удовиченко Данил, номер 15 Сергеев Данил, номер 17 Уваров Валентин. Главный тренер команды – Лебедев Игорь Владимирович. Тренер команды – Мосин Максим Николаевич. Главный судья встречи – арбитр ФИФА Николаев Алексей. Thank you.
команды Чертанова забил игрок под номером 1. Закончился матч между командами Чертаново, город Москва, Зенит, Санкт-Петербург. Победу одержала команда Зенит, Санкт-Петербург со счетом Дипломом. Пойдем. Передам. 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 Перед
Аплодисментов не слышу. Аплодисменты, аплодисменты. Стала команда «Зенит» Санкт-Петербург. Игроки команды награждаются главным призом, главным кубком нашего турнира – золотыми медалями и почетным дипломом нашего турнира. Читановцы прямо перед нами, ребят, можно ли вас поздравить со вторым местом или расстроились? Миша, скажи ты, как капитан. Очень расстроились, хотелось победить. 4 победы было, что сегодня не получилось? У Елизара спрашиваем, лучший защитник, но сегодня 3 пропустили. Ну, мне кажется, даже не могу сказать. До этого всего 1 гол пропустили, сегодня как так? Зенит сильнее? Мне кажется, мы просто с Эдомом, с моим напарником, перенервничали слишком. И из-за этого забили нам гол, и потом мы еще нервничать стали. Да, Эдом? Эдом Бенхамед, еще один наш защитник. Ну, а мы спрашиваем Миша. Миша Шахаламов, капитан команды, лучший нападающий. Ты сам чувствуешь, что ты лучший нападающий? Да, с этим да. То есть уверен в себе и готов. Какие цели вообще ставишь? Кем хочешь быть? В какой команде играть? Хочу стать профессиональным футболистом и играть в Европе. А клуб как? Да, как? За кого в Европе? Как получится. За Чертаново не хочешь играть во втором дивизионе? Нет, хотелось пробиться в более высокий футбол. Как нет? Команда во втором дивизионе у нас есть профессиональная. Надо всем туда стремиться. Елизара берем, в принципе, уже сейчас. Елизар, а ты что думаешь, как, чего хочешь? Ну, сначала я начну в Чертаново играть, потом, может, я уеду в зарубеж, или я буду играть тоже. Но я хочу, конечно, в зарубеж уехать и играть за Челси, потому что это мой самый любимый клуб. Все хотят уехать за рубеж, а кто-нибудь в сборной России хочет играть? А, в сборной России хочет играть Эдам Бенхамед. Мне очень хочется поиграть за сборную. Я очень мечтал участвовать на чемпионате мира, быть защитником, как, да, как Сергей Рамос, там, как хорошие защитники. Друзья, ну мы всех вас поздравляем, наверное, со вторым местом. Второе место почетное. Вместе можете какую-нибудь кричалку про Чертаново или что-то сказать? Я буду... Нашей дружбе наша сила! Команда Чертанова непобедима! Красавчики, молодцы!